«Не верю!» Это была реакция апостола Фомы на весть о воскресении Спасителя. Все поверили, а он нет. «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю!» Потрогать, прикоснуться, ощутить. Апостол Фома хотел убедиться в том, что Христос жив. Он хотел убедиться, что это не спектакль, и ученики не разыгрывают его, а говорят ему правду. Апостол Фома. Как и многие из учеников, до призвания Спасителем он был простым рыбаком. Евангелист Иоанн упоминает, что Фома имел прозвище «близнец». С чем это было связано, сказать трудно. Согласно одной версии, он имел брата-близнеца. Согласно другой, Фома был внешне похож на Христа. И, наконец, согласно третьей версии, близнец – это вовсе не прозвище, а греческое имя Фомы. В то время каждый иудей имел два имени. Получается, что Фома – это иудейское, а Дидимус в переводе с греческого и означает «близнец». Нам мало что известно о характере апостола Фомы, однако можно с уверенностью сказать, что он был решительным и смелым человеком. Подтверждением этому служит один эпизод, описанный в Евангелии от Иоанна. Лазарь, друг Иисуса, брат Марии и Марфы, умер. Христу сказали об этом, и Спаситель решил пойти в Вифанию, где жил Лазарь, чтобы воскресить его. Но враждебность иудеев ко Христу достигла апогея, и они готовы были убить его. Ученики знали об этом, а потому боялись возвращаться в Вифанию. Однако смелость Фомы и его решимость идти за Христом до конца помогли победить страх. И он воскликнул: «Пойдем и мы, умрем с ним». И, наконец, самый известный эпизод из жизни апостола Фомы известен практически каждому. Это так называемое уверение Фомы. Дело в том, что он отсутствовал при первом явлении Спасителя после воскресения своим ученикам. А потому, когда те рассказали ему об этом, Фома сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Через 8 дней Христос вновь явился апостолом и, конечно же, позволил Фоме прикоснуться к ранам своим. Фома прикоснулся, ощутил и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» С тех пор в душе Фомы не было ни капли сомнения. По церковному преданию, апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Милипура Фома был заключен в темницу, претерпел пытки и, наконец, пронзенный 5 копьями, отошел ко Господу. Если современники апостола Фомы зачастую называли его близнец, то последующие поколения прозвали неверующий. Более того, это стало своего рода крылатым выражением «Фома неверующий». Так мы называем слушателя, который не верит и не доверяет никому и ничему. Но в ответ неверию Фомы и других таких же сомневающихся Христос без осуждения сказал: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие».